Всем привет, меня зовут Вероника, и сегодня я хочу продолжить пробовать помады, которые у нас сейчас идут с невероятной скидкой. На сегодня это будет кремовая помада 5 в 1, The One Color Stylist, вот так она выглядит. Помада имеет полуматовый финиш, сама по себе комфортная на губах, я ей пользуюсь. Мой самый любимый оттенок — это шифоновый беж, кто любит прям нюд, такой хороший нюд, то я вам рекомендую его приобрести. Сначала можно, конечно же, попробовать в пробничках, потому что эти помады есть в пробниках. И сейчас акция: при покупке двух любых, каждый обходится всего за 169 рублей. Конечно, это невероятная скидка, и сейчас есть повод просто купить все помады и попробовать найти свои любимые цвета и текстуры. Ну что ж, поехали! Такая вот помада, как будто бы нет ничего на губах, но мне она очень нравится, этот оттенок. Как вы видите, эта помада по сравнению с предыдущей хотя бы выделяется на губах и имеет розовый подтон, то есть если та была больше бежевая, то это уже более розовая. Такой розовый беж, я его так даже назвала, но тоже подойдет прекрасно на каждый день. Это розовый атлас, я бы его еще назвала такой розовый цвет Барби. Я не любительница розового, но в принципе, если вам нравятся такие цвета, то пожалуйста. Очень даже насыщенный, яркий получается цвет. Еще один розовый, просто на этот раз он еще ярче предыдущего. Красивый, насыщенный оттенок. Мне нравится. Но я бы такой сейчас не носила. Давайте сравним ночную орхидею, это следующий оттенок, с вишневой тафтой. Я оставляю верх от вишни, а низ рисую орхидеей. Вот, я не зря так делала, потому что мне всегда казалось, что эти оттенки на картинке вроде расходятся, а в жизни они друг на друга очень даже похожи. Просто орхидея более сдержанный оттенок, а тафта все-таки поярче будет. А так они очень-очень похожи. Если вы согласны, ставим пальцы вверх. Ночная орхидея полностью, вверх и вниз. И такая достаточно сдержанная помадка, на каждый день, мне кажется, подойдет. Кто любит такие оттенки, больше, мне кажется, подойдет эта брюнетка, конечно. Бархатный коралл не мой цвет, я это точно знаю, больше это подходит цветотипу осень-весна, зима может попробовать теплый подтон, но явно не лето, как мне кажется. Это был последний оттенок красная вуаль, надеюсь, вам мое видео понравилось, ставим палец вверх, подписываемся на канал, а также напишите в комментариях, какие оттенки вам больше всего понравились. И до новых встреч, пока-пока!